Вот и охренели. Развернуть пытаюсь. Сейчас я вас сам тут разверну. Блин, зараза. Думал его в карамашек тут отправить. Ну все, отлично. Впереди. Да, впереди. Ненадолго. Черт, какой-то пиксель машины выбрелась, по сути. Так, до свидания. Вообще, если честно, я даже не ощущаю то, что это сложные боты, блин. Вообще, это вот средние какие-то. Хотя раньше, наоборот, раньше в игре, в играх, ну, сложность реально чувствовалась, нежели сейчас. Да уж. Ну да ладно, начало игры, может быть, сейчас пока будет просто, а потом будет труднее. Да, и все-таки прощенная физика, блин, господи, случайно лево жал. Понятно того, то, что сейчас же как в играх. Каждый этот уголок прорисовывают определенно, а тут-то, блин, просто идет одна сплошная стенка. Невидимая. Из-за этого ты в какой-то угол какого-то здания там не въедешь. В те же колонны, которые были. Давайте, бот, ну хоть как-то боритесь за первое место. А то мне надоело на первом ехать. Это что за нафиг? Изи победка. Так, окей. По-хорошему, надо бы сейчас немножко исследовать город. Создание учителя, окей. И тренировка. Блин. Окей. Я понял. Потом, когда второй рейд откроется, надо будет со стритрейсерами по городу, который едет, погонять. Потому что там можно будет получить какую-то запчасть, я уже точно не помню. Так, и начнем. Здесь кастом-магазин будет, да, вот зеленый. Так, и денежки заодно. Так, стоп. Там будет ничего не дам. Ехали дальше. Надо покрасочный магазин открыть, чтобы хотя бы было видно на карте на крайне. Я там более-менее по памяти помню, где какой магазин расположен. Но все же желательно открыть их. Так, отлично. Тогда девушки. Так, потом надо магазин запчастей, которые в первом районе два, как и кастом магазина. Так, ну, да. Заодно еще успею открыть этот. А, стоп. Ага, один магазин запчастей открыт.
основной. Ну, здесь второй. Так, то запрятали. По идее, если вы гоняетесь с стритрейсером, вы его рано познаете, там в него отправляют. Там для одной детали. Потом надо снимать машину не просто так, а тут еще надо будет для того, чтобы проходить карьеру дальше, фотографироваться типа на обложке всяких журналов. То есть тоже такая прикольная вещь. Так, остался последний магазин, но он рядом с дрифтом. По идее, у нас должно сколько быть? Почти 1500. Это хорошо. Так, погнали дрифт. Дальше мы же 8 туда заехали, кстати, он на самом деле там только 4 машины все время дрифтит. Так. Дрифтинг — это прежде всего стиль и полный контроль. Запомни, хорошая скорость, руль и ручник — вот составляющие крутого заноса, за который тебе дадут чертову уйму очков. Не увлекайся тормозами. Чем выше скорость и круче занос, тем больше очков за него дают. Конечно, ладно. Там все и так понятно. Погнали. Конечно, столько машин не особо подрифтишь. Так, фух. Самое главное не просрать большое количество очков. Ну, теория на этих бордюрах и дрифтовать. Тоже за них больше всего дают очков. Типа из-за того, что типа, ты слишком близко к отбойнику проезжаешь. Хотя, конечно, такая себе механика, блин. Ну, изи. 27 тысяч почти. Вокруг тебя нынче много шума. Парочка контор за тебя подралась. Теперь готовься вступить в профессиональную лигу. Знаешь такую? Ни пробок, ни копов. Реальные гонки по частной трассе. Раз уж мы сработались, бери меня агентом. Я буду тебя направлять, а ты со мной поделишься. Да, точно, забыл, что здесь спонсоры ж будут, типа. Ну вот, следующий район. Погнали. Тинговать машину. Сразу же здесь блостерным по дрифту. Ну, окей. Так, сначала открою этот магазин. Последний. Вот еще немножко бабок. Окей. Кое-как надо хотя бы ускорить машину. Чтобы она летала. Да, как я не зацепил, ну ёпрасоте. Пока в центр не проедешь, хер ты получишь.
Так, ну все. Более-менее нам даже количество денег. О, притормози. Затаривайся здесь всем, чем можешь. Мощность — это залог победы. И дрить. Ставь новый блок управления двигателем. Немного мозгов твоей тачке не повредит. Что здесь вообще спонсоров? Окей. Ясно. Окей. Смотри, не давай шатуну разболтаться. При нормальной трансмиссии подвеска помогает контролировать машину на поворотах. Хочешь, чтобы машина поехала? Впрыскивай закись азота. Нитро — это зверь. Закись мне пока не особо. Движок, конечно, жестко стоит. Дороговато, я тоже сказал бы. Так, стоит. Ну ладно, трансмиссию немножко у меня. Ну окей, кое-как сойдет, конечно.